Сегодня День памяти и скорби. По традиции в столичном мемориальном парке Победа состоялось возложение венка к вечному огню. Вместе с врио главы Чувашии Олегом Николаевым в церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы России Леонид Черкесов и Алена Аршинова, сенатор Вадим Николаев. Семьдесят 79 лет назад началась самая кровопролитная война в истории нашего народа, да и всего мира. И на эту войну ушло около 208 тысяч сыновей и дочерей чувашского народа. Для нас очень важно помнить, с одной стороны, масштабность этих событий, с другой стороны, тот вклад представителей чувашского народа, которые отдавали всего себя для того, чтобы вот мы сегодня могли иметь то настоящее, то те возможности, ну и, конечно же, сделать все для того, чтобы их реализовать так же самоотверженно, как наши предки на фронтах. Еще одно очень важное событие, которое было для чувашского народа в годы войны, это строительство Сурского оборонительного рубежа, на котором работало также около 200 тысяч жителей Чувашии. В основном это, конечно же, женщины и дети. Люди здесь уже в тылу отдавали себя не меньше для того, чтобы достичь победу, для того, чтобы защитить родину.